Здравствуйте, наши дорогие, уважаемые зрители! Мы рады приветствовать вас на YouTube-канале международной компании REST Property, которая является застройщиком и лучшим агентством по продаже недвижимости в Турции. И это, кстати, награда, которую нам вручили на престижной премии «Турки Инновасион Вебашры» в Стамбуле совсем недавно. И сегодня у нас в обзоре действительно уникальное в своем роде предложение – апартаменты и даже пентхаусы в новом комплексе на первой береговой линии центра Алании. И, казалось бы, когда уже нечем удивлять, мы говорим, что вся эта красота продается по ценам от застройщика. Район центр обычно выбирают те, кто хочет быть максимально близко ко всем красотам Алании и объектам социальной городской инфраструктуры, а также дальновидные инвесторы, которые понимают, что жилье в таком месте всегда будет пользоваться спросом у арендаторов. Давайте я расскажу вам о центре Алании вкратце, а после этого ролика посмотрите отдельное видео об этом районе по ссылке в описании. Центр Алании – место, где ритм большого города гармонично переплетается со спокойным отдыхом на лучших пляжах в окружении развитой инфраструктуры города. Всевозможные магазины, рестораны, достопримечательности и изобилие развлечений. Здесь вы найдете занятия на каждый день, который будет наполнен интересными событиями и приятными знакомствами под аккомпанемент звуков прибоя. Комплекс, как я вам уже говорил, абсолютно новый. Был построен в 2019 году. Он отличается высоким качеством застройки и расположением на первой береговой линии в центре Алании. До моря, до благоустроенной набережной с детскими площадками и спортивными снарядами идти буквально одну минуту. Расстояние всего 100 метров. Застройщик решил возвести комплекс без инфраструктуры. Таким образом, он экономит деньги жильцов, предназначенные на оплату айдата. Да и вообще, инфраструктура комплекса отходит на второй план, если вы живете в самом что ни на есть сердце Алании. Что интересно, в Турции в большинстве комплексов есть лифт, и неважно, сколько в нем этажей. В нашем комплексе 5 этажей, и на третий этаж я доехал, как видите, на лифте. Мы представим вам апартаменты и дуплексы с планировкой 2+1 и 3+1. Площадь от 60 до 120 квадратных метров. Пойдемте в апартаменты 2+1. Такие апартаменты располагают двумя спальнями. Одна находится справа от входа, вторая прямо от него. Есть большой коридор, длинный, в котором расположился шкаф для верхней одежды и обуви, просторный санузел и салон, кухня американского типа, совмещенная с гостиной, где уже установлен кухонный гарнитур с гранитной столешницей и доводчиками на дверцах шкафчиков. А через панорамные окна, на которых, кстати, установлены автоматические железные ролеты, мы выходим на небольшой балкон. И даже несмотря на то, что, повторюсь, апартаменты расположились в центре, где высокая плотность застройки, из них открывается, пускай частично, но вид на море и Таросские горы. Апартаменты продаются с полной чистовой отделкой от застройщика, которая включает в себя напольное покрытие из керамики, покрашенные стены, подвесные потолки с комбинированным освещением, оборудованные сантехникой ванные комнаты, установленные межкомнатные и входные двери, а также выключатели и розетки. Но, как вы заметили, она продается без мебели. В чем преимущество покупки именно такого жилья? Так это в том, что именно вы выбираете, каким будет интерьер, что, где и как будет стоять. А в выборе лучших вариантов бытовой техники и мебели поможет наш послепродажный сервис. Хотите заказать бесплатный ознакомительный тур, онлайн-тур, связаться с нашими менеджерами или даже сделать покупку онлайн? Тогда заходите на наш сайт restproperty.ru. Там вы все это сможете сделать. А номер данного предложения на нашем сайте 7301. Или можно пройти по ссылке в правом верхнем углу или в описании. Стоимость апартамента в зависимости от блока и планировки варьирует. Минимальная стоимость составляет 96 тысяч евро. И только наша компания дает гарантию лучшей цены на рынке турецкой недвижимости. Мы не берем процент с покупателей. Именно поэтому наши клиенты всегда покупают хорошую недвижимость без переплат.
А если же вы всегда мечтали сами построить дом на берегу Средиземного моря, то наша компания оказывает услуги по застройке объектной недвижимости по эксклюзивным проектам заказчика. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки под этим видео, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал и жмите на колокольчик, чтобы всегда быть в курсе самых интересных и выгодных предложений. А сейчас время карантина и всеобщей пандемии. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. Будьте здоровы и до встречи в Алании!